Всем привет! Сегодня шестой день. Шестой день ежедневного бега. Сегодня воскресенье. 16-е, да, или 15-е. В общем, сегодня воскресенье. Вот, и шестой день. Так, что я скажу? У меня началась снова ораза. Месяц мусульманский сейчас Шаваль. Мне 3 дня долго с месяца Рамадан. Я пока был в путешествии на эти 3 дня Аузда Аштам. Вот сейчас 3 дня долго. И 6 дней в месяц Шаваль буду держать пост ораза, который считается, тот, кто продержал месяц ораза, и плюс 6 дней считается, как будто целый год держал. Вот. Ораза я уже держу 10 лет, так что уже не первый год. Но сейчас, сегодня, первый день, вот эта голова болит, потому что целый день воду не пьешь, чай не пьешь. Вот. И в итоге не очень состояние, такое самочувствие, голова болит. Но это не отменяет, я вышел на пробежку с Германом. Сегодня у меня будет в обзоре интервью с дядей Пашей, мы его так называем. Ему уже за 70, но он такой подтянутый, у него плоский живот, он такой на весь жилистый, мышечный. Такой бодрячком, энергии в нем столько. На соревнованиях на всех за ним не угнаться. Для него разминка такая, как для молодых соревновательные. В общем, вот так будет обзор сегодня. Здравствуйте. Меня зовут Абрамович Бахтияр Харисович. Мне 74 года. Я всю жизнь занимаюсь спортом. Бегаю. Раньше марафоны бегал. Но бегаю, занимаюсь в свое удовольствие, как говорится. Ну, раньше получалось профессионально, конечно. Потом друзья уговорили на лыжи перейти. Перешел на лыжи, начал заниматься многоборьем. И дозанимался до мастера спорта. Начал выигрывать чемпионаты Казахстана. Ну, вот сейчас вот даже на велосипед сел. Летним многоборьем занимаюсь, дуатлоном. Я что, какое напутствие молодежи? Не лежать на диване. Заниматься, двигаться. Ну и все придет тогда. И здоровье придет. И животики не будут расти. Вот мое напутствие. Я вот уже пожилой человек, но думаю, еще даже на соревнованиях выступаю до сих пор. Молодцы, молодцы. Есть кого пример брать? Ну вот, да. Есть. Берите пример вот с дедушки. Да. Дай Бог вам долгих лет жизни. А по питанию что можете сказать? По питанию мясо мало ем, эти овощи, фрукты больше нажимаю. Это самое, брокколи, там помидоры и так далее. И это рыба, желательно морская. Ага. А как у вас сон? Ну, сон как у вас? Я сплю 7-8 часов. Ага. Это самое, как убитый. Ну, здорово. Высыпаетесь? Высыпаюсь, да. Если я не высыпаюсь, я могу до 12 спать. А-а-а. Обязательно должен выспаться. Потом делаю 1.5 часа зарядку. Потом бегу в лес. 10 километров пробегаю. И вот вечером сажусь на велосипед. Ну, на велосипеде километров 25-30 проезжаю еще. Здорово, здорово. Есть кого пример брать. Ну вот. Все, благодарю вас, дядя Паша. Я начал бегать первый, второй день. Это была ораза еще заканчивалась. Но тогда бегать было легче. А после того, как айт 3 дня было, получается, уже привык кушать. Тогда, когда захочешь пить столько, сколько влезет, и днем,
и утром. Вот. А сейчас получается, то что целый день не пьешь, ни воды не ешь, ну вот, ощущается. Сегодня сложновато бежать. Но больше от того, что голова болит, от нехватки жидкости. Вот, я думаю, от этого. А так, в целом, самочувствие отлично. Сегодня даже для себя бежал на таком низком пульсе. Средний пульс у меня 120. Это вообще идеальный пульс. Это самый-самый лучший пульс, который вот вообще есть. На котором можно бегать, ходить. Вот, это идеально. Так, ну, теперь смотрите. Герман, пошли, побежали. Побежали. Мы бежим с Германом. Вот здесь я его отпускаю. Впереди вот здесь вот поворот домой. И прямо это на следующий круг. Посмотрим, как Герман сегодня. Пойдем. Герман, пойдем бегать. Бегать пойдем. Герман, пойдем бегать. Пошли. Он не хочет домой. Герман, встань. Кан. Смотрите, спортплощадка. Здесь играют футбол, баскетбол, волейбол. Вот здесь вот футбол играет. Камера охраняет. Обзор классный. Герман. Герман! Привязал, ждет меня. А вот здесь вот классно. С детьми вот так можно. Там еще детская площадка. Вон сколько здесь всего. Ну, сколько всего сделали для того, чтобы спортом занимались. Занимайтесь спортом. На здоровье. Герман! Герман, а Герман? Комары кусаем. Так, ну что, завершил я. Сегодня шестой день. Даже на пальцах не помещаю. Шестой день ежедневного бега. Вот. Сегодня я пробежал 4 километра. Один круг 3 километра в парке и сюда бегом. Вот, итого вышло 4. Вот. Бегал сегодня на очень низком пульсе. Средняя частота 122 вышла. Это шикарно, это замечательно. Вот, бегать на низком пульсе. Смотрите, Герман. Герман. Герман устал, да? Устал. На видео видно, как когда он на второй круг бежать не хочет. Все, домой. Вот. Это уже ритуал в каждом видео. Снимать, как Герман домой тянется. Ну что, впереди сейчас у меня растяжка. А, силовая. 50 отжиманий, 50 приседаний. И 2 минуты планка по минуте. И потом хорошая растяжка. И домой. На узашар. Приехала супруга с Астаны. Она готовит мне сейчас мой любимый тушеную капусту. Я вот люблю овощи жареные, пальные, вареные в любом виде, кроме консервированных. Вот. В общем, вот так. Занимайтесь спортом. Всем всего наилучшего. Сегодня у меня видео такое небольшое, короткое. Обзор после этого уже делать неохота. Сегодня голова болит. Хочется побыстрее сделать. Домой принять душ. Дождаться узашара и ужинать. Пить чай, кофе, овощи, фрукты. В общем, вот так. Ну, вспотел. Погода сегодня теплая, жаркая, хорошая. Ну все, всем благ. Всем пока. Занимайтесь спортом.